Примерно так выглядели сторожевые башни белгородской засечной черты. Теперь это памятник, поставленный на месте, где сохранились остатки бывшего земляного вала. Часть его осталась под автотрассой Белгород-Павловск, но небольшой отрезок все же сохранился. Невысокие холмы, а в 17 веке это были труднопреодолимые препятствия. Чтобы сделать их, копали ров глубиной в 2 человеческих роста. И такой же высоты делали насыпь. Чтоб ни пеший, ни конный не преодолел. Реконструкцию боя русских казаков и стрельцов с крымскими татарами продемонстрировали воспитанники Новооскольского военно-исторического клуба «Белгородская засечная черта». Взрослые реконструкторы – это хорошо, вот, но реконструкция для детей она носит совсем другую специфику. И это в первую очередь познавательное. То есть, чтобы они знали больше свою историю. Не думали о каких-то там крестоносцах, там, не знаю, еще о чем-то. А вот ваша история, она у вас под ногами. На вашей земле, по которой вы ходите, вы просто приблизитесь к этому, и все. Клуб был создан 4 года назад, и в том, что установлена памятная сторожевая башня, во многом его заслуга. А теперь воспитанники клуба еще и постоянные участники нового брендового праздника в селе Яковлевка, посвященного защитникам границ российского государства в 17 веке. Я сегодня играл татарина, и мне было очень интересно участвовать в этой инсценировке, помогать другим людям узнавать историю. Мне очень нравится на этом празднике. Я певица, и сегодня буду петь «Донские кони». Скачут кони, мчатся кони, казаки на них сидят. В чистом поле, в мягком поле все резвятся, как хотят. Можно было даже примерить воинские доспехи и подержать в руках старинное оружие. Реконструкторы постарались сделать все именно так, как могло быть 400 лет назад. Кроме пик, были топоры кистеня основные. Сабли были очень дорогие, были в основном трофейные. Так в Новооскольском районе появилась еще одна точка на карте, которая, безусловно, будет привлекать сотни туристов. А каким будет второй брендовый праздник «Белгородская засечная черта», узнаем через год. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Новости Мира Белогорья.